Я не считаю, что люди борются с пиратством. Люди борются за деньги. В принципе, всем все равно на то, кто что слушает, кто как слушает, кто откуда это слушает. Вы мне заплатите и слушайте сколько хотите. И в этом смысле, видите, эволюция сама решает эти проблемы. Например, раньше операционная система была платная, и все хотели, значит, посадить в тюрьму всех тех, кто незаконно у себя, нелегально поставил Windows 95, ай-яй-яй, вы почему нам денег не заплатили? Пожалуйста. Сегодня операционная система раздается бесплатно. Почему? Не потому, что все сошли с ума и не хотят денег. Нет, просто все поняли, что деньги нужно получать в другом месте. Понимаете? То есть, раздавая бесплатно операционную систему, люди получают ключ к пользователю и могут выкачать из него другими способами гораздо большие деньги, нежели заставив купить его эту систему. Точно так же и с пиратством. Если люди, патологически не могут, не хотят платить деньги за контент, за кино, за музыку, ну давайте соберем по-другому эти деньги, давайте сделаем какой-нибудь портал, где все будет лежать бесплатно, где можно все смотреть бесплатно, сделаем там огромный трафик, пригоним туда миллиарды людей и сделаем там рекламу. Пожалуйста. То есть, ведь это борьба не с пиратством, это борьба за свои деньги. Умные люди находят способ, как заработать их еще другими вариантами. А глупые люди нет. Вот и все. Поэтому, понимаете, сегодня, например, бессмысленно бороться с пиратством компакт-дисков, потому что компакт-диски исчезли. Просто некуда эту пластмассовую кругляшку вставлять. Ну, давайте будем бороться с пиратством CD-дисков. Ну, какой смысл? Никакого. По поводу музыки, да, музыку сейчас пытаются переформатировать всю эту музыкальную индустрию как-то, чтобы она жила. То есть, чтобы люди по-прежнему продавали свои произведения, чтобы они за это получали какие-то деньги. Ну, не хотят люди за это платить. Очень мало покупают музыки, в основном ее распространяют просто так. Ну, значит, соответственно, если ты написал хорошую песню, у тебя ее все послушали, но никто не купил, это же тоже некий, как это сказать, это некий ресурс. Соответственно, поехав на гастроли, ты сможешь сделать кучу концертов, и все придут на тебя, потому что эту песню они слышали. То есть способы реализации товара очень многогранны. Осталось только понять, как это сделать правильно. Вот и все. Поэтому пираты, мне кажется, они стимулируют как раз развитие различных способов отъема денег у населения.